Приветствую! С вами хранитель Рыбщи Магисайт. И как видите, давайте узнаем, что это за болотная ведьма. Прочь, демон! Я не демон. Я смотрите местного кладбища. Точно не демон? Ну... Я тут в последнее время ни в чем не могу быть уверен, но вроде не демон. Сдается мне, что вы Клотта, ведьма с болота. Это как раз ложится на одну из моих теорий. Частично. Подойди-ка поближе. Твой взгляд, на кого я больше похожа? На сказочную принцессу и на ведьму? Давайте пошутим. На принцессу. Ну, раз уж так, то ты должен быть моим принцем. Я точно не принц. Черт с ним. Мне вы... В любом случае нужна твоя помощь. Мне тоже нужна ваша помощь. Ну, значит, не подпортил тебе, сладенький. Я так-то ничего не помню совсем. Очнулась с запиской в кармане. Если потеряла память... Свои в коттедже из пчелы и отдушки. Результат пойми внутрь. Все уже сложено в котел. Осталось сварить. Удачи от себя из прошлого. Ну, так в чем дело? Не помогло? Видишь тут где-нибудь котел? Нет. Вот и я не вижу. Есть два варианта. Ты можешь сам сделать мне отвар. Выглядит не слишком сложно. И можешь принести мне котел. И все ингредиенты. Где же я найду котел? Мне нужен здоровый котел. Думаю, хороший кузнец может сделать такой. Поможешь мне, а я потом помогу тебе. Могу даже стать твоей принцессой. Если же есть еще третий вариант. Бежать отсюда без оглядки. Чертеж. Алхимический стол. Наконец-таки. Чертеж. Ручная мешалка. Кстати, это все начало алхимии. Наконец-таки. Чертеж. Алхимическая мельница. Чертеж. Горящая ведьма. Ладно. Так. И где это все? А, вот оно, где. Так, давайте стеллаж. Еще один церковный верстак. Ладно. Угу. Нужно. Так. Интересно. Так. Бальзамационный стол тоже интересно. И стеллаж патологоаната. О,
Поэта холодильник. Отлично. Так. Ага. Ученый. Ха. Интересно. Мне определенно нужно это изучить. Так. Это все, что открылось? Все. Вроде бы. Водяной насос. Интересно, для чего? Так. Ладно. Я и так... Птички, напей мне, что у тебя есть свой огородик. Это правда? Да, есть небольшой. Не поможешь ли мне в таком случае старой женщине? Да я только и делаю, что всем помогаю. Ну что мне нужно тебе понести? Тыкву. Тыкву с серебряной звездочкой. А я тебя научу, как готовить суп из нее. Так. Угу. Давайте. Я специально эликсир. Выглядит неплохо. Давай-ка попробуем. Все, вспомнила. Я Клотта. И я вспомнил, куда дело свой старый котел. Так, теперь, когда я вернулась, что у тебя за дела, старый Клотта? У меня есть забойственные вещества на продажу. Ты таких эликсиров сейчас нигде не найдешь. Не, кстати, давайте посмотрим. А. Саженец куста. Всякие щелочь. О. Алхимический рецепт. Да. Купим. Так. Золотое яблоко. А также давайте один саженец яблони купим. Так. Интересно, что ей может... А это что? Алкоголь. Ладно. Давайте поговорим. А... Ладно. Так. Кстати, возможно, в этой серии мы...
Мы будем над лаги корпеть. Кстати, и к траву она покупает? Нет, не покупает. А, собственно говоря, темно-зеленая краска. Ладно. Thanks. Минус 5. Но это, скорее всего, реагент для алхимии. Так. Ну, я пособираю мухоморы. Так, стоп. Увидимся у лагеря беженцев. Еще один. И прежде чем, собственно говоря, проведать и заняться лагерем беженцев, я решил, почему бы ничего не произошло. Ну, по крайней мере, пока что. Но вдруг... Так, что ж, давайте займемся важными делами. Кстати, что-нибудь скажешь? О, слуги, передай мне мою коллекцию зубочисток. Чудесно. А у вас что? Я до сих пор не могу поверить. Мы же все принадлежали к высшему свету. Почему король не заступился за нас? Ну, а двое других... Естественно, нужен шелк, который только у торговца есть. И, собственно говоря, палки. А, вот, кажется, две палаты, да? Ну ладно. Заодно и очистим.
Великолепная работа. Мы ценим это, друг. Собственно, особенно сейчас, когда запасы свежей воды на исходе. Так что оказался поесть. Я попросил старого дворецкого сообщить моим друзьям в городе, что мы готовы принять их. А одной дополнительной палатки достаточно? Не уверен. В списках Инквизиции десятки имен. Тогда я установлю еще одну. Хорошо, но у нас также ощущается недостаток еды, а новые беженцы лишь усугубят это. В таком случае вам не обойтись без огорода для выращивания овощей. Похоже, нет трудностей, которые вы не смогли бы преодолеть, хранители кладбища. Так. Давайте же. Ага. О, а вот и новый беженец. Повар. Интересно, что это за шкала? Ну, так или иначе, пожалуй, оставлю тут. И, похоже, это займет некоторое время, прежде чем они, типа... Так.
Что ж. Я, пожалуй. Займусь огородом. И следующее, что, скорее всего, я вам покажу, это будет либо, собственно говоря, лаги, потому что я начну им заниматься беженцами, либо змей. Ну, это, скорее всего, я, пожалуй, на этом закончу серию. Поскольку... Пускай на некоторое время я буду короткими сериями записывать. Итак, ссылки будут в описании. Подписывайтесь, если вам тоже нравится эта игра. Обычные покрывала. А. Ясно. Нужно будет потом выяснить, как делать краску. Всем пока.